Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Кировчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, десятилетиями ждут жилья от властей. Такие данные содержатся в докладе уполномоченного по правам человека в регионе Александра Панова. Как сообщает Ньюслер.ру, в прошлом году в аппарат уполномоченного поступило более 1700 обращений от жителей области и более 550 от жителей Кирова. По словам Александра Панова, как и в прежние годы, актуальным остается вопрос предоставления жилья. По данным Кировстата, на начало прошлого года в Кировской области около 19 тысяч семей свыше 10 лет состояли на учете, как нуждающиеся в жилых помещениях. Улучшить жилищные условия смогли чуть более 1500 семей, причем 300 из них приобретали помещения за свой счет. Нерешенной, по словам Панова, остается и проблема переселения граждан из аварийного жилья. В сентябре этого года программа переселения завершается. Однако на декабрь прошлого года было расселено менее 60% нуждающихся. Дайджест недвижимости. 80 миллионов квадратных метров недвижимости могут построить в российских промзонах. Об этом сообщил накануне министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Он пояснил, что под комплексную застройку могут быть отданы почти 250 тысяч гектаров в разных регионах страны. В ближайшие 5 лет на них может быть возведено более 83 миллионов квадратов недвижимости. По словам Меня, ранее власти регионов заявляли, что у них нет возможности комплексно развивать бывшие промзоны. С января этого года в России начали действовать поправки в 373-й федеральный закон, предусматривающий взаимодействие властей и инвесторов в вопросе комплексного устойчивого развития территорий. Инициаторами могут выступать как власти, так и правообладатели участка или объекта на нем. В Кирове зона комплексной застройки может появиться в квартале завода «Крин», пояснила накануне начальник управления градостроительства, архитектуры, администрации города Ирина Рубцова. Дайджест недвижимости. Порядка 30 тысяч лифтов в России полностью исчерпали ресурс и должны быть демонтированы. Об этом сообщили в Минстрое, где в ближайшее время должна быть разработана программа ускоренной замены устаревших подъемников. По данным ведомства, полностью изношен каждый 15-й лифт в многоэтажных домах. В Минстрое рассчитывают заменить все пришедшие в негодность лифты в течение 3-5 лет. Заниматься этим будут региональные фонды капремонта. Напомню, ранее первый зам генпрокурора Александр Буксман называл состояние лифтов в России катастрофическим и поручил своим подчиненным строго контролировать работу подъемников. Степень износа такого оборудования в среднем по стране Буксман оценил в 50%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.